хотели будет, сделать. Да, да, да. 30 километров. Вольтички. Хотели, да. То есть первый метр машины. Очень большой стрелок. Естественно. Но это царю переезду не нравится. У нас точно продается. Вы уверены, что он армянский? Да. Я сам. Нет, поэтому я не уверена. Это написано. Человечка арабская, она такая. А, внутри. Внутри монастыря находится монастырь, который является на данный момент самодельным. Вообще, это не человечек изображен наверху. Вот это единственное, над окном изображение. Человек стоит на коленях перед кем-то. Может, у них вино есть красное? Это палубные сосны, да, или там... Всякие есть. Мачты. Почему и зачем тут-то поставили, не помню. Поэтому цель. Дмитрий мог похалтурить. Два голубя из одной чаши.
Тоже такое. Все, все с юстицией вокруг них крутится. Да. Особенно вот корова пришла паспорт получать. Дом юстиции, вон она. Да, она там все корова. Вот корова, и корова и дом юстиции это. Просто корова за паспортом. Видно на город Мскальца, это пещера Вифлеем, пещера, где пряталась Нино первые свои дни пребывания в Амскальце. Кто хочешь. Такой же. Тут камин, это горячий. В принципе, сохранилось. Более или менее чури называется. Это не по форме конуса. Либо дубового дерева, либо вишневого. Свойства антисептика. Если у этой коры, они на палку нанизывали. Если это кора была именно дубового, вишневого дерева, на палочку нанизывали. Совсем чебурек, чебуреков не приехал. Да и в Тбилиси особо тоже, там разные кухни. Когда не поднимемся, то все. И они все меня слушают, полтора-полтора, мы поднимаемся. Резиденция президента.